ужин готов. Да, да, иду. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают, они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили такие идеальные. Ну что смотришь? Чего вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, бухгалтера, шлюха! Это ты виновата! Папочка! Это ты виновата! А ну вернись, я сказал! Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Взяла и свалила от меня шлюха. Мог жить нормально, была ведь семья, но нет! Ей всегда было на меня насрать. Я для нее в лепешку расшибался, но ей же все мало. Ей же всегда было мало! О, это маленькая мерзавка! О, все из-за нее! Да. Я ей покажу, где ее место! Да. Я знаю, что надо сделать. Алиса! Папа очень зол! Сейчас ты у меня получишь хороший урок! Очень хороший урок.
тебе полезно. Папочка, полезна. Не надо! Полезно! Хватит! Прекратите! Ты что, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Берегись, Гэра! Иди сюда, тварь! Come on.